Открываем наш файлик single.php в любом редакторе. Удобнее всего, конечно, редактор Notepad++. Вот он называется. Он бесплатный, можно без проблем скачать. И видим наши ссылки, внешние ссылки, которые не закрыты. Например, Twitter. Вот она. Открывается тег ссылки. И вот он закрывается. Как мы знаем, как правильно закрывать ссылки, можно посмотреть в программке. Я уже рассказывал о этой программке удобной, специально для этого написанной. Ну, для того, чтобы просто видеть синтаксис. Я любые слова пишу, Enter, и вижу. Значит, перед тегом ссылки должно быть noindex. То есть в самое начало мы вставляем noindex. И в конце должен быть закрывающийся тег noindex после тега закрытия ссылки. Вот так подсвечивает синтаксис Notepad. То есть я кликаю по ссылке, по тегу вернее, он подсвечивает начало, и также удобно я вижу конец. Вот. То есть сразу за тегом конца ссылки я вставляю конец тега noindex. Идем дальше. Nofollow вставляем. Его, в принципе, можно внутри, в любом месте ссылки вставить. Вот сразу за адресом вставляем вот этот тег. Копируем. Вот он наш адрес. И сразу за ним можем вставить. То есть таким образом Twitter мы закрыли. Теперь можем закрыть и другие ссылки. Например, вот я только сейчас обнаружил, что подписка на блог у меня не закрыта. Вот FeedBurner. Точно так берем, копируем тег nofollow от Google и можем ставить noindex. Вспоминаем, где должно быть расположение. Перед и после тегами ссылки. Вот и закрывающийся тег сразу после. Сохраняем. И отправляем наш файлик, сохраненный single.php, на наш хост. Говорится, что на сервере такой файл есть. Заменить? Да, заменяем.